сосед. Чего выручишь? Ты какое-то древнее кольцо свистнули. Весь город на ушах. Да. С фрицем посидишь. А, да, конечно. Помогать полиции наш гражданский долг. А есть же вот люди, которые не воруют. Потому что они дураки дурацкие. Из-за твоей самодеятельности мы можем потерять бизнес. Сегодня он захотел, чтобы мы продали ему антикварную вазу себе в убыток. Роскошно. А завтра что? А завтра у нас просто выкинет на улицу. Мама права. 1-0 ее в пользу. Сергей Игоревич, здравствуйте. Топорыльцев. Алинка. Надо же, еще помнишь. Ну, конечно, не так много женщин мне разбивали сердце. А давай вы все сегодня вечером приедете ко мне, и мы вместе отметим Новый год. Не знаю. А по-моему, у них любовь. Ну давайте возьмем его к нам. Ой, вертихвостка. Это жизнь, брат. Ты абсолютно прав, что согласился поехать к ее бывшему. Вместе мы докажем маме, что ты лучше. Будто это так непонятно. Собачка! Сейчас мы будем доставать из тебя кольцо. Они что, нас заперли? Кто, собаки? Иди сюда, подруга человека. Она меня за палец укусила. Господи, да сколько их здесь? Перед ужином я предлагаю проверить твердость руки. Yes! Тупой олень. Прибыл Амирчик. Ура! Сегодня ты можешь называть меня Дед Мороз. Ну, вообще-то это же костюм Санта-Клауса. Вот именно. Душнило.